Охота с арбалетом запрещена в Китае уже много лет, но жители южной деревни Луджан умело заостряют стрелы. Здесь все еще охотятся на грызунов и птиц, не ради добычи, а чтобы сохранить умение обращаться с этим древним оружием народности Лису. Это традиция народности Лису. Иногда мы охотимся с арбалетом на птиц. Представители народности говорят, арбалет — неотъемлемая часть их культуры, которой уже более 2000 лет. Раньше с этим оружием ходили на медведей и кабанов, причем арбалеты делают сами же стрелки. Однако теперь старинное умение может исчезнуть. Молодежь переезжает в города, и там арбалетов в руки больше не берет. Ассоциация арбалетчиков уезда Лушуй старается сохранить традицию. В местном тире постоянно проходят тренировки. Стрелки считают, что арбалет помогает поддерживать здоровье. Мои плечи в отличной форме, они никогда не болят, хотя мне уже 60. Если я не буду стрелять из арбалета несколько дней, то не смогу даже пошевелиться, тело просто задеревенеет. Последние несколько лет в уезде Лушуй устраивают турниры по стрельбе из арбалета. Победителей награждают денежными призами. Но для участников главное не это. Сюда съехались мои друзья со всего уезда. Для нас это возможность пообщаться, рассказать о чем-нибудь. Если бы не турнир, у нас не было бы времени собраться. По мнению главы уездной ассоциации арбалетчиков, для сохранения старинной традиции соревнований местного значения все же недостаточно. Он надеется, что стрельба из арбалета войдет в программы национальных игр Китая, азиатских игр и даже олимпийских.